Ультрафиолетовый стерилизатор фирмы Risan, 11 ватт, для аквариумов до 600-800 литров, в зависимости от заражения. Такой вот коробочки идет, хорошая упаковочка дополнительная, краткая аннотация, как ни странно, для китайцев на русском языке. Отдельно идет лампа в упаковке, тоже в дополнительной хорошей. Крепежи, сам корпус стерилизатора, внутри колба. Вот эта часть. Достаточно длинный провод, метра 3 точно есть. Блок питания массивный и всевозможные штуцера на разные, соответственно, шланги. Все в комплекте, 2 штуцера, кольцо затяжное. Что самое интересное в конструкции, вход идет с одной стороны, выход с другой. Это держатель для лампы, чтобы она не билась. Также в комплекте идут хомуты металлические затяжные, чтобы грамотно затянуть шланги. Вещь хорошая, добротная, работать будет.